Так, побились с элементалем. Ну, это, конечно, вспомнил я, где чертежи. Значит, где-то есть здесь усадьба мага Айрамаса. Туда ведет квест. В принципе, лучше всего по квесту туда попасть. Там сгоревший дом такой, и там должен быть один чертеж. Еще один вот здесь, дебеньковая, и вот здесь вот есть пещера. Вот в ней еще чертеж. Можно, в принципе, туда сейчас сгонять. И третий, последний чертеж находится в Новиграде. Ну, это Ксенфуртские ворота вроде как. Где-то вот здесь. Надо будет посмотреть. Помню, что Ксенфуртские ворота, вот здесь должна быть метка. Еще, конечно, барахло надо продать. Ваня находит. Тебе-то дождь не помеха. Давай, двигай. Само твое присутствие оскорбляет вечный огонь. Здравствуй. Здравствуй, Геральт. Сделай для меня. Будь здоров.
ничего не предвещало? Чародеи, мутанты, богохульники. Какой ливень, а этот мост за Конкурскую форму. Вы, Милздаль, на север путь держите? А что? Как ежели на север, может, глянули, что с нашими ребятами случилось? Больно долго они не возвращаются. Так сколько ты собираешься мне дать? О, мы думали... Да-да, вы награду заслужили за хлопоты. Даже и не знаю. Можете чуточку скинуть? 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 Если вы согласны, то и отлично. Чем вам помочь? Недавно с юга шел караван купцов. Наняли наших ребят, чтоб им дорогу до мостов показали. Вчера должны были вернуться. Хорошо, я посмотрю. Томил, мой брат их вел. Башковитый парень. С ним и говорите. Остальные-то... Интересно, что здесь случилось? Следы когтей. Кто-то наступил в вино из разбитой бочки. Кто-то был связан, но веревки наспех перерезали тупым ножом. Здесь кто-то бежал очень быстро, в панике. Следы хорошо отпечатались, но потом они обрываются. Тварь напала с воздуха. Судя по следам когтей, это виверна или велохвост. Разбила бочку с вином, но люди, скорее всего, сбежали. Кайдвенская. Запах будет чувствоваться еще много часов. След ведет в пещеру. Одного он догнал перед самой пещерой.
вот эта пещера, которая нужна. Вот что-то знака кота я не вижу на ней. Милостивые крылья, у вас по тьмах так глаза светятся, что я сперва подумал, будто ящер идет. Тварь, напавшая на фургон, какая она была? Здоровая? Здоровенная была скотина, здесь протиснуться не смогла, а зубища у нее были, едва мы утекли. Интересно, догнал ли он тех купцов? Так им и надо, с сучаром. Теперь первое дело выбраться отсюда. Вы нам поможете, мастер-ведьмак? Рассказывайте, что здесь случилось. Купцы нас наняли, вроде как их на дороге охранять. Мы оглянуться не успели, они нас цап и связали веревками, как баранов. Зачем? А вот это они нам как раз аккуратно объяснили. Что мы, значит, топереча неизбежные жертвы во имя прогресса торговли. И потому они нас оставят у телеги чудищем на сиденье. И правда, прилетел ящер, как по заказу. Чудище, должно быть, привыкли, что по этому тракту перевозят припасы для армии. Ну да, умная была тварь. Сразу нам отрезала дорогу, так что пришлось нам сюда влезть. А вот бедный Томил не успел. Я займусь чудищем. Виверны часто пытаются загнать жертву поближе к гнезду, так что искать, думаю, недолго. Мы тут подождем, чтоб не мешать. Лиская виверна. Вот это мне повезло. Видать, вот тут второй вход. И здесь где-то должен был быть знак. Ну да ладно. Thank you.
раз хотелось. Где-то притаилась королевская виверна. Надо уничтожить гнезда, а то они снова расплодятся. Гнездо драконидов. Надо его уничтожить. Гнездо драконидов. Надо его уничтожить. Так говорит, прикольно. Серебро, да? Thank you.
не то выпил. Как же вот это называется? Королевская виверна. Они редко бывают такими крупными. Откормилась, покуда людей на тракте жрала. И как вас звать, милздарь? Геральт из Ривии. Геральт из Ривии. Будешь что детям рассказать. Прикольно, трофей такое сопротивление дает. Thank you.
здравствуйте. Я нашел ваших друзей. Да я с ними уже говорил. Эх, жаль, Томилу не свезло. Вот вам. Держите-ка. Спасибо. Прощай. Опыта нехило дают. Ну, теперь в Новиград искать Оксенкурские ворота. Шевелись, плотва. Вперед, плотва! Служба не дружба. Не пираты со Скеллиги, я бы уже давно была обратно в Сан-Фан.
Пусть все уже молитвы силе вечного огня, защитника нашего. Это больно! Ты славный Геральт из Ривии, я прав? Ходи, не стесняйся. За погляд денег не беру, а поглядеть есть на что. Перед тобой коллекция мага Айрамоса. Такой случай выпадает раз в жизни. Как ты добыл эту коллекцию? Ни разу не слыхал о чародее, который по своей воле расстался бы со своими вещами. Айрамоса никто не спрашивал. Его сожгли 2 недели назад. Странно, что артефакты не сгорели вместе с ним. Охотники за колдуньями просто так позволили их продавать? А чего бы нет? Это же самые обыкновенные вещи, нужны разве что в коллекцию. Для тех, кто понимает. Ну хорошо, как я понимаю, это не совсем обычные предметы. Люди говорят, что каждая из этих вещей – зачарованный ключ. Эти люди не говорят, где замки для этих ключей? К сожалению, нет. Знаю я все подробности, и я сам бы этим воспользовался. А где жил Айрамос? У него была роскошная резиденция на юге Оксимфурда. Но сейчас она в развалинах. Маг очень дорого продал свою шкуру. Покажи мне свои товары. Бывай, статуэтка человека. Ее создали с помощью магии. Пожалуй, отнесу ее Трис.
статуэтка какая-то интересная. Шевелись, плотва! Все собрали. Дом полностью разрушен, но магический круг выдержал. Кажется, портал закрыт. Может, его открывает один из предметов, принадлежавших Аэрамусу? Фу, как же здесь воняет.
сыром? Вот весь мир посмеется. Ничего хуже я уже не встречу. Надо рассказать Ландерту, что у Мавриков амулетик. У старого сыра. Thank you.
Здесь что-то есть. Где там артефакт Кейры? Блин, надо же. Что-то здесь есть. Надо использовать глаз. Это похоже на сокровищницу. Надо осмотреться. Магический барьер все еще действует. Нужно его как-то отключить. Здесь что-то есть. Артефакт Кейры. Барьер отключен. Если этот меч столь же смертоносен, как сыры Айрамоса, его стоит взять. Пожалуй, я назову его и Менталь. Покрафтить. Но.
вечном огне сгорят наши грехи. Давай, плотва! Вперед, плотва! Покусаешь меня, волчонок? Придержи. Thank you.
хватает. Спать, спать, спать. Ну и заварил ты кашу в этом самом Лохуи. Здравствуй, Геральт. Чем могу помочь? Сделай для меня кое-что. Будь здоров. Дешевое вино всегда хорошее. Оно и хорошее, и дешевое. Но! Мечи выше. Покажи. Thank you.
Будь здоров. Ничто не вызывает. Не откладывай до завтра, купи сегодня! Забыл язык чудовища. Что смотришь? Мечи вы... Покажи мне свои товары. Будь здоров. Да? К кому? Трис. Я ей сразу говорила. Никаких мужчин, никаких домашних животных. Здесь порядочный дом. Успокойтесь, я ненадолго. Да, Геральт? Посмотри, что я раздобыл. Артефактная компрессия. Это статуэтка, заколдованный человек. Сможешь его расколдовать? Конечно. Похоже, об этом бедолаге просто забыли. Он похож на дворянина. Может, он и есть дворянин. Идем. Я не могу провести ритуал прямо здесь. Все готово. За работу. Попробуем его расколдовать. Думаю, это дворянин. Приготовься. Никто не знает, кто он на самом деле. Инналанда онна арайс! Корал, нет! Я все объясню! Корал? Я на ту девку и не взглянул! Для меня есть только ты! Эй,
И не коралл. Суккуб. Морок. Где я? Значит, его заколдовала коралл? Очень на нее похоже. Я не встречала более вредной чародейки, чем она. Разве что... А коралл здесь нет? Тогда иди же ко мне, суккуб. Как тебя зовут? Мы в Новиграде. В Новиграде! В Новиграде? Последнее, что я помню, это Оксенфурт и коралл в бешенстве. Как она может требовать верности, когда сама порхает, как... Ну, как... Как деревенский мул. В самую точку. Зараза. Чувствую себя так, будто по мне прошлось стадо коров. Не знаю, что она со мной сделала, но вижу, вы спасли меня от беды. Вот, возьми. Пойдите, развлекитесь в городе. С тех пор, как ты спал с коралл, ее вкус значительно ухудшился. Ладно, идем. Наш славный господин сам о себе позаботится. Зараза, 13 очков опыта не хватило. Мой дядя ездит с цирком, потому что умеет глотать мечи. А ты умеешь? Что случилось? Они... Эй, подожди! Вон! Седой! Взять его! Oh!
только не в лице. Делать.